Сегодня они узнают результаты этого эксперимента. Люди удивляются, почему ломаются машины, а сами забываются крутить крышку в топливном баке. Нужно вернуть их в рыбоходную школу. Теплая погода и закончилась. Сейчас очень морозная. Это тяжело для техники и для людей. Эти колонки уже достали. Если дорога из точки А в точку Б вернулся.